Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире «Самарские новости спорта». «40 очков на стрельбе, золотой значок». Барбара Киваева впервые взялась за электронное ружье и сразу попала в десятку. Хороший глазомер и воля к победе сделали свое дело. Хочу значок, прежде всего, наверное, получить, чтобы отличие какое-то было, что действительно вот я готова к труду и обороне. Пресс, отжимания, подтягивания, наклоны. Для каждого возраста есть свои показатели. Андрей Козлов 30 лет со спортом. Легко сделал 41 поднятие корпуса при норме в 35. Я поддерживаю это движение. Мне нравится, когда нация здоровая, сильная, образованная, красивая. Поэтому здесь не столько золотой значок, сколько сама вот эта идея, движение. Ну а значок как показатель на груди того, что, к чему должны люди стремиться, на что должны обращать внимание, что это не мнимые ценности, а действительно то, что выделяет из толпы людей и является каким-то ориентиром. От 16 и старше сдавать нормы ГТО могут все, кто чувствует, что справится с заданиями. Но, как показывает практика, на фестиваль приходят все-таки люди подготовленные. Для среднего уровня физической подготовки они сложноваты. То есть прежде чем их сдавать, выполнять вернее, нужно потренироваться. Да. То есть я в прошлый фестиваль сам сдавал их. Вот, но предварительно 2 месяца упорных тренировок, да, поэтому я думаю, что выполнил на золотой значок. В фестивале «Готов к труду и обороне» приняли участие 250 человек. Те, кто сдал на золотые значки, получат их, но не скоро. Эти знаки номерные и делаются специально под каждого спортсмена. Ждать придется от 3 месяцев до полугода. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам, удачи!